Бхагавате Васудевая. Нама Бхагавате Васудевая. Намо Бхагавате Васудевая. Ам. Намо Бхагавате Васудевая. Ам. Намо Бхагавате Васудевая. Ам. Намо Бхагавате Васудевая. Нараянам намаскритям. Нарам чайва нароттамам. Девим Сарасватим Ясам. Тато Джаям Мудираят. Нашта Преша Бадришу. Нитям Бхагавата Севая. Бхагаватюттама Шлоке. Бхактир Бхавати Найштиким. Сегодня мы читаем третью песнь Шримад Бхагаватам, которая называется «Статус-кво», или на санскрите она называется «Стханам». Артасарга висаргашча стханам пошанам утаям манвантарешану катха ниротха муктирашрэха. Во второй песне перечисляется 10 тем Шримад Бхагаватам. И третья тема, первая называется «Сарга» или «Творение». Второе — висарга, вторичное творение. И третье называется стханом или планетной системой. Шрила Прабхупада перевел как статус-кво. Глава 23. Сетование Девахути. Текст 35. Артух Пураса Тадатманам. Артух Пурастад Атманам. Стри Сахасра Вритам Тада. Нишамья Тад Йога Гатим. Нишамья Тад Йога Гатим. Самшаям пратьяпадьята. Самшаям пратьяпадьята. Бхартух пурастат атманам. Стри сахасра вритам тада. Нишамья тад йога гатим. Самшаям пратьяпадьята. Бардуху своего мужа. Пурастат в присутствии. Атманам себя. Стри сахасра тысячи служанок. Вритам окруженную. Тогда, тогда, нишамья, наблюдая, тат его,
йога-гатим, мистическим могуществом, самшаям, пратьяпадита. Она была поражена. Перевод. Она была поражена, увидев себя рядом с мужем в окружении тысячи служанок и наблюдая его мистическое могущество. Комментарий о божественной милости Абхая Чаравинда Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупада Ки. Девахути наблюдала чудеса, которые происходили у нее на глазах, но когда она оказалась рядом с мужем, то поняла, что все случившееся было результатом действия его мистических сил. Она поняла, что для такого йога, как Кардама Муни, нет ничего невозможного. Магьяна Тимирандасья Кананджана Шалакая Чакшурун Милитам Яна Тасмай Шарингурве Намаха Шичитанья Манобиштам Стапитам Яна Бутале Сваям Рупакадам Адьям Дадатти Свападантикам Вандехам Шри Гуру Шиюта Падакамалам Шри Гурум Вайшнавамща Шри Рувам Саграджатам Сахагана Руганаттам Витам Там Саджиивам Садвайтам Саватхутам Парижана Сахита Кришна Чайтанья Девам Шри Рада Кришна Падам Сахагана Лалита Шри Вишакам Витамща Эй, Кришна, Каруна, Синду, Динабанду, Джигатпате, Говеша, Говика, Канта, Рада, Канта, Намостуте, Тавтаканчана, Горанге, Радхе, Вриндаванишвари, Вришабану, Сутадеви, Пранамами, Гарипри, Ванчакалпата, Рупьяща, Крипа, Синду, Бьевача, Патитанам, Баванибья, Вайшнавибья, Намо, Намаха, Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададвара Шива Садива Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Хари Рама Хари Рама 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 Харе Харе. Итак, в этом стихе говорится о состоянии Девахути, которая была поражена самшаям, она сама. Пратьяпадита, она была поражена, удивлена, изумлена. То есть это выглядело примерно так. Кардама Муни просто стоял, и он не читал какие-то мантры, заклинания и так далее. И вдруг появился огромный-огромный корабль, воздушный корабль. Она была очень удивлена, она подумала, может быть, какие-то полубоги пришли или кто-то, кто это мог быть. Но потом, когда она подошла к мужу, она почувствовала энергию, которая исходит из него, она почувствовала могущество своего мужа. И она поняла, что это результат его мистической йоги. Что это благодаря мистическому могуществу вот проявляется такой летающий аппарат, огромный. Его, конечно, не сравнить с современными самолетами. Современные в этом дворце были дворцы. В этом дворце были прекрасные комнаты, он сделан из золота, там было огромное пространство, были тысячи служанок, готовые выполнить любое желание Девахути. Там было очень много пищи, воды, все необходимое для жилья. И этот корабль мог очень быстро перемещаться. И когда он быстро перемещался, ветер он не сносил все это. Знаете, когда набираешь скорость, даже вот я как-то на мотоцикле ехал, ох, так дует, прям страшно становится.
Или представьте, самолет летит, и взяли, вот крышу просто убрали, и все, и летите. И там минус 40 или минус 60, в зависимости от места и высоты. Но в этом корабле вот эти вот всякие вот погодные условия, вот это вот не влияло ничего. Все чувствовали себя очень комфортно. Вдоволь было еды. У нас в самолете летишь, там тебе пластиковый такой дают. Просады нет. В туалет нужно в очереди стоять. Сидишь в таком в кресле, зажатом, коленки упираются. Но здесь действительно мистическое могущество, которое проявил Кардама Муни. И в каждую эпоху мудрецы проявляли разную силу мистического могущества. Вот, например, Кардама Муни мог создать такой летательный аппарат, посадить свою жену, они там могли летать. Причем с планет на планету могли летать. Он ей показал вообще всю Вселенную. Она тогда оценила своего мужа. Сначала он оценил ее за то, что она служила ему так преданно. Вот и затем она вот это все оценила, она увидела его могущество. Мы видим идеальное отношение мужчины и женщины в браке. И можно здесь видеть, что они просто служили друг другу. Сначала она мужу служила, предавалась, потом он тоже ей служил. Он видел в ней чистую преданную, она в нем видела чистую преданную. Это и есть совершенство семейной жизни, когда супруги видят друг в друге чистых преданных. Жена видит мужа чистым преданным, муж жену видит чистой преданной. И они не только видят, они поступают согласно вот этому видению. Они очень уважают друг друга, ценят друг друга, заботятся друг о друге. Такая у преданных беда бывает, что преданные обуславливаются и смотрят на свою жену, например, как просто на жену, и все. Забывают, что она преданная. Жена забывает, что муж преданный. И когда они это забывают, то они начинают себя вести уже как непреданные. И потом дети появляются, и дети это чувствуют. Они очень чувствуют, как вообще относятся друг к другу взрослые. Психика детей очень-очень чувствительная. Любой внутренний гнев. Замечали, да, что когда на ребенка разгневаешься, строго на него посмотришь, он плакать начинает. Да, потому что психика очень тонкая, они очень чувствительные. И точно так же, как они чувствуют отношение к себе, они точно так же чувствуют отношение между родителями. И если родители друг друга не уважают, то дети родителей не уважают. Если родители друг друга не любят, дети их тоже не любят. Если родители ненавидят друг друга, то дети ненавидят родителей. Они все-все перенимают. Так устроен этот мир, что воспитание идет не только внешним поведением, не на внешнем поведении этого тела, но также речь, также ум, также желание. Все это передается. Здесь в этом тексте показаны идеальные отношения. И Девахути понимала, что скоро Кардама Муни может уйти. Потому что в ведические времена всегда так было. В какой-то момент муж уходил, оставлял дом, он уходил в лес и посвящал остатки своей жизни медитации. И она понимала, что она не может быть одна, а кто-то должен о ней заботиться. Вообще в ведические времена женщина никогда не оставалась одна. Была такая одна история, когда одна знаменитая женщина осталась одна, и к чему это привело.
Это была жена царя, известного во всех трех мирах, под именем Уграсена. И Уграсена, он где-то на охоте был или еще где, и она вышла, жена его вышла в сад просто прогуляться, и вышла одна. Не было с ней служанок никаких, никого не было, она была одна. Именно в этот момент пролетал демон, и он увидел очень красивую женщину. И он тут же изменил траекторию своего полета и напал на нее, он изнасиловал ее. Он сделал свое дело и улетел. И в результате родился Камса. В результате демон родился. Хотя царь Уграсена был праведным царем. Этот пример показывает то, что вот женщин ни в коем случае нельзя вот так вот одних оставлять. Они должны быть под опекой. И поэтому Девахути волновалась, что же будет с ней, они живут в лесу. И после ее просьб на свет появился Капила Дев. Капила Дев – это один из 12 махаджан, один из 12 величайших авторитетов Шримад Бхагаватам. Свайамбу Нардакшамбу Кумара Капиламану Прохлада Джанаки Бишмо Балирвая Сакирваям. Перечисляется 12 авторитетов, и вы можете увидеть, что на странице Бхагаватам они все являются авторитетами, они дают какие-то наставления, или своим примером, или какие-то наставления дают. Так, например, Брама дает наставление кому? Нараде, правильно. А Нарада кому дает наставление? Вьясадеве. Да, правильно. А Шива кому дает наставление? Песни, которые он пропел, четвертой песни, да? Прочитаем правильно, да. Шива. Кумары кому наставление дают? Да, царю Притху, да. Капила матери Девахути, да. Ману также неоднократно дают наставление в Бхагаватам. Прохлада Махарадж тоже дает наставление всем моим песням Шримад Бхагаватам, своим друзьям, одноклассникам. Джанака Махарадж. В этом Шримад Бхагаватам нет его наставлений. Потому что Бхагаватам есть разный. Есть Бхагаватам у нас, 18 тысяч шлок. И на высших планетах Бхагаватам там намного больше шлок. Точно так же, как Веды на высших планетах, там 6 миллиардов шлок. У нас меньше, можно посчитать, 6% всего у нас ведического знания. Но в Бхагавад-гите говорится, он признается великим авторитетом, Кришна говорит Арджуне, что такие великие цари, как Джанака, они следовали всем предписаниям Вед, и люди шли за ним. И далее он цитирует знаменитый текст «Ядьята чарати шриштас, татата вета раджанах саят парману курутая, локас тат ану вартанте». Он говорит, что бы ни делал великий человек, обычные люди идут за ним. То есть, что бы ни делали вот эти вот великие авторитеты, 12 махаджан, мы следуем за ними. И в 9-й песне Шримад Бхагаватам, где описывается династия Рагу или Солнечная династия, там также выделяется положение Джанаки, и там говорится, Шукадева Госвами говорит, что это величайший из царей, что это величайший святой царь, об этом говорится. Поэтому Джанаки, он также является, Джанаки Махаджан является авторитетом в этой вселенной. И Бхагаватам это подтверждает. Бишма. Кому давал наставление Бишма? Да, Юдхиштхире. Бали Махарадж. Бали Махарадж тоже является великим авторитетом, именно примером своего предания. Когда, будучи демоном, он все вообще отдал
Он все отдал Ваманадеву. И тот его, представьте, вместо того, чтобы сказать спасибо тебе большое, он его связал и на адские планеты еще засунул. И тот его благодарил, говорит, спасибо тебе большое, Ваманадев. Ну вот, примеры великих преданных. Балир Ваясакер. Кто такой Ваясакер? Молчим. А? Да, Шукадева Госвами. Почему его так называют Ваясакер? Потому что он сын Вьясадевы, поэтому другое имя у него Ваясакер. И, наконец, Ваям. А что такое Ваям? Имараш. А вот и нет, не Имараш. А вот и нет. Кто этот стих произносит, кто помнит? Да, Имараш. И поэтому он не говорит Имараш. Есть в санскрите слово «агам». Что такое «агам»? «Я». Есть слово «твам». Ты. И «ваям». Все мы. И он говорит «все мы». Все мы авторитет. Он не говорит, что «я авторитет». Он так, намеком, все мы. Все мы авторитеты. Вот мы видим, что Капила Дев является величайшим авторитетом. И в Бхагаватам есть много диалогов. Есть, например, диалог Нарада Муни и Махараджа Юдхиштхиры. Есть, например, самый знаменитый, конечно, диалог. Это диалог Шукадева Госвами и Махараджа Парикшита. Есть диалог вот Бхишмадевы и Махараджа Юдхиштхиры и так далее. И вот этот диалог Капила Дева и Девахути – это один из самых знаменитых. В этом диалоге раскрывается картина материального мира, раскрывается. И в этом диалоге самая знаменитая глава, она будет впереди, 25-я глава, это величие преданного служения. Шрила Прабхупада по этой лекции, прочитал даже серию лекций, и была написана книга «Учение Господа Капилы». Вот именно вот по этой, в основу этой книги вот эта глава. Я говорил, что Девахути, глядя на своего мужа, удивилась вот этому мистическому могуществу. И говорил о том, что разное мистическое могущество в разное время проявляется. И вот, например, и преданные, в зависимости от их развития и продвинутости, они все обладают мистическим могуществом. И все они обладают мистическим могуществом согласно вот данной эпохе, в которой они находятся. Например, в Сати-югу, вот в Сати-югу преданные вот таким вот мистическим могуществом обладали. Могли целый корабль создать, как планета, и можно летать на ней по Вселенной. Вот в Двапара-югу меньшим мистическим могуществом, в Трета-югу еще меньшим мистическим могуществом. И в Кали-югу преданные обладают высочайшим мистическим могуществом, которое превышает мистическое могущество Сати-юги, Двапара-юги, Трета-юги вместе взятых. Вот такое вот могущество. И такое могущество может... Такое могущество может дать только Господь Шри Чайтанья Махапрабху. Даже сам Кришна он не дает такое могущество. Даже он, представляете? И вот это его могущество, которое называется аударья, или вот эта вот милость, это самое высочайшее могущество. Если бы вместо Господа Чайтанья пришел бы Кришна, это бы выглядело примерно так. Распространяем мы книги, выходим мы книги распространять. И человеку какому-то даем книгу и говорим, вот, возьмите, пожалуйста, книгу. Он говорит, да иди ты, куда шел. И вдруг у него голова слетает. И никто не понимает, что такое, почему у него голова вдруг слетела. А, значит, наверное, виноват вот то. Так, взять его в милицию. Вот, забирает его в милицию, и вдруг головы у всех милиционеров летят. Страна
Страна сразу, боевая готовность у страны. У страны боевая готовность. И так далее. И мировая война начинается. Вот. Если бы Кришна был бы. Кришна, он просто говорит, что Паритарная сатвана винашая чадушкритам, тхармасам сапанартхая, сам бхавами югея. Паритарная сатвана. Чтобы защитить сатху. И как я защищаю? Защищаю сатху. Просто вот моя чакра, вот вся защита. Или в Парибхаша-сутре Шримад-Бхагаватам говорится, это чам шакалам пумса кришнасту бхагаван своям. Кришна говорит, Шукадева, Суда Госвами говорит, Кришна является верховной личностью Бога, он является источником вообще всех экспансий, которые только можно себе представить. Их такое огромное количество, разные сочетания. Это он может быть и в форме птиц, он может быть в форме животных, разные, как это называется, зоотропоморфизм называется, когда смешанные вот разные, любой может, половину человек, человек-паук откуда? Кришна может все что угодно сделать. Для него нет ограничений. Если мы, например, скажем, что Кришна не может быть человеком-пауком, да, мы ограничиваем его, значит, он не Бог, раз он не может. Любую форму может принять. И далее он говорит, «Индрари вьякулам лукам риденди югеге». Он говорит, что «я прихожу, чтобы наказать демонов, когда они нападают на праведников». Вот его миссия. Его миссия, и он согласно вот этой миссии, согласно этой миссии поступает, он убивает. Если бы Кришна пришел сюда, он бы просто тут порядок бы навел, он просто поубивал бы всех и все. Даже потенциальных преданных бы он поубивал бы. Потому что они сейчас не преданные. Может быть, они завтра будут преданные. Но как они завтра могут быть преданными? Завтра они могут быть преданными только по милости Шри Чайтаньи Махапрабху. У него вот такая вот особая миссия есть. Особым образом убивать демонов. И говорится, что в Сати-югу демоны и праведники жили вообще на разных планетах. Представляете, не пересекались. Если вдруг какой-нибудь демон залетал на какую-нибудь планету семи мудрецов, этот мудрец просто открывал глаза и сжигал его просто и все, чтобы больше никогда не залетал сюда. Вот. Потом в два пара югу на одной планете уже были и демоны, и праведники. Вот когда Равана, например, пришел, это все на одной планете происходило, два пара югу происходило. Хираньякашипу, Хираньякша, они путешествовали по планетным системам, путешествовали, устраивая бесчинство. А в Трета-югу демоны и праведники в одной семье, вот, пожалуйста, династия Куру. Вот одна династия, Пандавы, праведники, да, и Куру, демоны. Видите, в одной семье и демоны. А в Кали-югу в одном сердце и демоны, и праведники могут быть. И вот если, например, Кришна, он мог взять вот на поле битвы выйти, значит, разделить армию. Вот здесь вот демоны, вот здесь вот мои преданные, все, вперед, сражаемся, все понятно. Но как здесь разделить, когда все это внутри находится? Как это разделить? И что делает Господь Чайтанья? Господь Чайтанья входит в сердце и сам в этом сердце уничтожает демонов. Он уничтожает демонов прямо в сердце. Понятно, да? Кали-юга, два пара юга, Трета-юга и Сати-юга. Уничтожали демонов на разных планетах, потом на одной планете, потом в одной семье. И Господь Чайтанья, именно вот эта его особая милость заключается в том, что он может уничтожать демонов в нашем сердце. И когда Нитянанда Прабху, когда Джагай и Мадхай оскорбили Нитянанду Прабху, бросили в него горшок, разбили ему голову, Господь Чайтанья был в страшном гневе, появился и вызвал даже Сударшан Чакру. Это было что-то удивительное. Все знали Нимая Пандита, но никто его не считал верховной личностью Бога, только за исключением нескольких сокровенных преданных. А тут он раскрыл себя, представляете? Он чакру вызвал, и все поняли, что он верховный Господь.
Но тебе надо сказал, ты что, забыл? Ты пришел убивать демона внутри сердца. Мы убиваем демона внутри сердца. И даже такие демоны, как Джагай, Мадхай, они стали великими преданными. И преданные наделены таким могуществом, которым даже сам Кришна не всегда обладает. Он обладает им только в настроении аударья, когда он принимает форму Господа Читания. И вот этим вот могуществом, мистическим могуществом, Господь наделяет преданных. Когда демоны могут прямо на глазах меняться и становиться преданными. Однажды мы проводили харинаму на Арбате, остановились, и собрался народ, толпа собралась. И вдруг мы смотрим, такая группа ребят, и ребята откуда-то из деревни приехали. Это их очень просто определить. Они, нет еще, с какой-нибудь кукуйки, наверное, я думаю. И они выглядели, знаете как, костюмчики, такие недорогие, долларов за 10-15, не больше. В китайских костюмах. Вот. Галстук, белая рубашечка, галстук. Причем галстук свернут куда-то, расстегнутый, и кепки такая, кепка. И вот они подошли к нашей харинаме, и эта картина была такая, такие расстегнутые, в галстуках такие. На губе Беломорина, кепочка такая. Стоят, как повелители всего мира. И вдруг с одним что-то произошло. Он вдруг, знаете, начал приплясывать, так пошел, и идет кепочку так поправил, идет. И на середину выжил, и начал вот с этой папироской, начал танцевать. Я всегда, когда мы выходим на харинаму, и народу нет, я молюсь, чтобы такой чудик появился. Тогда сразу народ собирается, сразу весело становится. И тут сразу столько народ, там человек 500, наверное, собралось, смотрят. И тут появляется какая-то бабуля, которая, скорее всего, там милостину собирала. И у нее такая клюка, такая палка изогнутая. И она подходит к нему и начинает его ругать. Ты что, вот напился пьяный, тут танцы устраиваешь, люди культурные стоят, а что ты тут устраиваешь? А он так, и бабушку. Она в гнев такой пришла. Она начала за ним бегать с этой палкой. И он, знаете, как-то интересно, как-то они бегать начали вот так вот друг от друга, вот по кругу. И этот круг сужался, и в конце концов он ее взял, знаете, как мы пляшем, и начали они вот так вот кружиться. В конце концов она как-то вырвалась из кольца его рук, схватила эту палку, и как даст ему по горбу, и что палка эта поломалась. Он взял эту палку и так с любовью с этой палочкой начал танцевать. Это было что-то, это было... А киртан шел, а киртан нарастал, не просто шел. Это просто был такой удивительный пример, как святое имя, оно просто меняет сердце человека. Он просто слышит святые имена, и у него все тает просто. И поэтому преданные именно в Кали-югу, они обладают самым-самым большим могуществом. Потому что в другие времена, ну вот я вот сейчас сижу, я не вспомню так сразу вот какую-то историю, где в другие юги, в Сати-югу, например, какого-то демона сделали преданным. Его просто убили, и все. Его легче убить, чем сделать преданным. Понимаете, там разговор простой. А в Кали-югу его намного проще сделать преданным, чем убить. Вот, что, чем мы занимаемся. Мы убиваем демона внутри сердца. И вот это вот оружие, святое имя нам дает сам Шри Чайтанья Махапрабху. Хари Кришна. Может быть, какие-то вопросы будут? У меня 3 минуты еще есть.
Завтра вечером все, выходим на сражение. Выходим на сражение, устраиваем сумасшедший киртан. Там огни будут предлагать, нет? Разрешили огни предлагать? О, надо фитильки сделать побольше. Мы сделаем одну вещь, я еще ни разу ее не пробовал. Это будет место, первое место, где мы это сделаем. Я уже медитирую на это уже несколько месяцев. Нам дали стадион, и там вообще огня нельзя зажигать, и поэтому мы не смогли это сделать. Мы будем огни предлагать Гирираджу. Мы поставим Гирираджа. Ананд Чайтанья, пропустишь самое главное. Мы поставим Гирираджа. Вот хорошо бы, знаете, какой-то столик такой, немножко повыше его сделать, чтобы что-то, может быть, придумать, какую-то подставочку поставить, чтобы он так повыше был, чтобы его было видно. И всем мы раздадим такие длинные-длинные фитили подлиннее. Мы обычно берем такие шашлычные палочки, наматываем, потом раздадим и начнем Гирираджу предлагать. И пока... И будем не просто предлагать, а одновременно обходить. И мы устроим сумасшедшие бега с огнем. Дали бы мне волю, я бы факелы бы всем раздал. И вот мы с огнями устроим бега. И надо будет это заснять, я потом привезу и покажу. Покажу. Вот такое вот огненное поклонение. Мы устроим огненное поклонение. Только там нужно сразу заготовить штук 20 огнетушителей, если что. Чтобы друг друга не попалили в экстазе. Вот. И самое интересное, что людей, которые приходят, их вот эти вот экзотические штучки очень привлекают. И вот я замечал, что, может быть, не все танцуют, бывает, не все поют, но когда огни всем раздают, все хотят огонечек получить, все хотят. И когда с огнями мы будем бегать, надо будет сказать, что условия давать только тем, кто будет бегать. Если бегать не будет, забираем огонь. Вот так вот мы будем... Демонов выжигать будем. Демонов. Все? Все, мое время вышло. К счастью, вопросов нет. Шримад Бхагаватам Грантарадж Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай, Нитай Гаура Паримананде.